преддверии новогодних каникул по всей республике проводится профилактическая акция «Внимание, дети». В рамках данной акции на экскурсию в ГИБДД были приглашены ученики второй школы. Инспектор по пропаганде Татьяна Нурисламова напомнила ребятам о необходимости соблюдения ПДД и рассказала, как нужно вести себя на дорогах. По всей республике, в том числе и у нас в городе, проходит профилактическая акция, а профилактическое мероприятие под названием «Внимание, дети». А в первую очередь, то есть у вас скоро долгожданные зимние каникулы, да, предвкушение, наверное, уже ждете. И чтобы у вас каникулы прошли безопасно, чтобы без происшествий каких-либо, чтобы на вас не наехала машина, чтобы вы сами под колеса не попали, да, нарушая правила дорожного движения, чтобы за рулем транспортного средства вы не ездили, чтобы вы всегда оставались такими же живыми, красивыми, здоровыми, у нас проходит вот такая вот акция. Ежегодно в период зимних каникул особое внимание со стороны госавтоинспекции уделяется детям. Чтобы предотвратить и минимизировать дорожно-транспортные происшествия с участием несовершеннолетних, сотрудники ГИБДД регулярно проводят встречи с ребятами разных возрастов. Сегодня с классом мы пришли в первый раз на экскурсию ГИБДД и узнали очень много нового. Поездили на автобусе и перед Новым годом мы узнали, как себя вести на дорожных дорогах, правила новые узнали. В этот раз мероприятие для ребят было организовано педагогом Центра спорта и туризма Гульсиной Зариддиновой. После экскурсии по ГИБДД ребятам вручили светоотражающие значки и календарики с напоминанием о том, как вести себя на дорогах. Акция «Внимание, дети» продлится до 13 января. Ксения Белалова, Эдуард Новиков, информационная программа «Ежедневник».